Всем здарова, YouTube, с вами, как обычно, я, Изейшен, и сегодня мы с вами разберем очень классный EDM трек. BPM в этом треке 127. Первым делом я взял вот такой вокал. Рядом я накинул на него цепочку обработок, состоящую из эквалайзера, в котором я срезал низ, немного поднял вверх и немножечко убрал серединки. Далее идет OTT-компрессор, такими вот настройками. После я решил повесить второй компрессор. В итоге у нас получается очень сильно скомпрессированный звук, на котором мне захотелось повесить Вальхалу. С такими вот настройками. Микс 20%. Хай-фай, пинг-понг, фьючер и срезанный низ и немного верха. После идет Вальхала Шиммер. Как вы могли заметить, я очень много добавил пространства этому вокалу. Ведь дальше я еще и навесил Endless Smile. Но это в основном для автоматизации. Ну и для автоматизации прокьюшка висит, чтобы заплывание по частотам сделать. В этом же паке с вокалом я нашел вот такие вот даблы и опустил их на 12 полутонов. Накинул совершенно те же обработки. Закинул их на тот же канал. Следом я накинул автоматизации на выплывание эквалайзером и на Endless Smile. Также для вступления я добавил вот такой бас. Затем просто продублировал этот же бас и нажал Alt-U, чтобы разбить его на маленькие кусочки, чтобы он чаще повторялся. Накинул на него эквалайзер, срезал вверх, потому что он звучал ужасно. Не подходил нам. Вот, срезал немного низа и повесил кикстарт. Дальше я добавил вот такой вот лид, продублировав его на октаву. То есть просто продублировал те же ноты под другой синт. На дропе у нас расположился вот такой пэд. Такой плаг кикстартом и вальхалой. И эквалайзером. По стандарту обработан. Перейдем к драмке. На дропе у нас вот такой кик. Прямая бочка. Обработанный эквалайзером, вырезан до неприятной частоты. Сделал его более глубоким, без верхних частот. И добавил вот такой вот компрессор, который усилит его звучание. Сделает более плотным. Следом идет вот такой снейр. Потом хлопки. Далее шейкеры, на которые мы накинули Вальхалу. И дальше набор перкуссий, которые придают еще большего грува нашему треку. Ну и, конечно же, лупчик с хай-хетами и опен-хетами, которая окончательно скрашивает нашу драмочку и заставляет наше тело двигаться, танцевать и чувствовать этот ритм. Бас-партия на дропе. Она состоит из двух басов.
из двух партий баса. Один у нас стандартный. На котором, собственно, по сути-то ничего и нету. И второй бас, который подыгрывает нашему основному первому басу. На втором басу у нас кикстарт также. Давайте послушаем, как звучит драмка с басом. Уф. Уже хочется пойти в пляс, ребят. Я не могу. Но это еще не все. Я, как обычно, решил все подпортить и добавить еще какой-нибудь вокал на дроп. Вот что я нашел. Обработки совершенно те же, что и на нашем вступительном вокале, так скажем. Основному вокалу подыгрывают такой бэк-вокал, который просто... вот это вот, да? На них просто больше Endless Smile на бэках. Вот. И они как будто дальше отдалены вот от нас. Так, по эфиксам на дропе у нас получается разгоняющийся снейр. В начале у нас даунфильтр такой. Это просто развернутый апфильтр. Длинный довольно-таки. И апфильтр. Вот, собственно, для дропчика. И второй апфильтр, короткий, который. В паузе у нас стоит фил. Для перехода такой. Для усиления эффекта дропа. И на дропе, собственно, у нас крэш, импакт, который я довольно-таки часто использую, и даунфильтр. Покороче уже, чем в начале. Ладно, ребят, я знаю, чего вы хотите. Давайте послушаем от начала до конца дроп и вступление. А потом перейдем к бриджу и куплету. Кстати, тут автоматизация на снейр. И для перехода на куплет у нас, собственно, тоже long апфильтр и короткий апфильтр. На куплете у нас даунфильтр, только без крашей и всего остального. В куплете у нас играет тоже поэт, что и на дропе. И вот такая вот пианино. Лирическая, можно сказать. Просто аккордики с нотками, которые эмоциональности придают треку. Обработаны тоже тут выплывание, Вальхалла и эквалайзер. По басу здесь обычный рис-бас, состоящий из двух нот. На котором по обработкам вообще ничего нет. Затем у нас добавляется драмочка, но не вся, без хай-хетиков, просто. Который выплывает эквалайзером. И во второй части она уже открытая. Вот, по вокалу тут тоже самые, те же самые обработки. Просто автоматизация немножко другие, также выплывание. То есть обычный верхний вокал и запиченный вниз дабл, да? Как будто мужчина поет. То есть Endless Smile тут тоже, чтобы типа оно взлетает куда-то, да? Ну и как раз таки во второй части у нас тоже эквалайзер, выплывание. Я то есть люблю вот эти выплывания, мне почему-то нравится. И так звучит вокал не так ущербно. И, кстати, по басу во второй части там уже не лизовский бас играет, а подыгрывающий бас из дропа. Да, вот такая вот фишечка. Тут я нарезал вокал, как вы могли заметить. И у нас идет классный такой дропчик тоже. Давайте его поскорее разберем. Как вы заметили, тут очень классный лид играет, да? На котором, собственно, тоже кикстарт, эквалайзер, компрессия, потому что он звучал тише. Решил сделать его поплотнее. Та же драмка, что и в куплете была во второй части. И очень прикольно нарезан вокал, да? Много гличей, таких «We don't have the star», да, вот так, что-то такое крутое прям. И дальше остается тот же лид и уже рисовский бас такой. Да, и забыл сказать, что вот тут вот у нас где лид. Вот эта часть классная, да? Не знаю, как ее назвать. На вокал Endless Smile побольше сделано, чтобы он был больше такой, заполнял больше пространства. Потому что он нарезан, и как бы, чтобы было более плавно. Здесь также даунфильтр, без ничего лишнего, без всего лишнего. Вот, и вокал, пианино,
собственно, тоже копирован наш куплет просто, только немножко другой вокал. Тут. Все то же самое, то есть. Только разные вокалы, да? Тут я решил добавить высокий вокал и чуть позже убрать его, типа, чтобы только дабл шел. Сделал его немножко погромче. Ну и тут в конце крэш, как обычно, по классике, и две нотки какие-нибудь. Вот такой очень простой EDM-трек, вы можете также создавать их, получается. Самое главное, ребят, запариться над автоматизациями и эффектами. Тогда все будет топ, ребят. Если у вас дропчик, драмочка, все классное, да, то... Но нет эффектов, то как бы ваш трек будет звучать не очень, мягко говоря. Ну, а трек целиком вы можете послушать на всех площадках, ребята. Он уже вышел. Можете как бы слушать Яндекс.Музыка, Spotify, там, кто что любит. Можете в ТикТок поснимать под него, если вы, конечно, сможете. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Исейшн. Всем пока.